Итак, всем привет! В этом видео мы будем устанавливать с вами вот этот вот мод на зверей, на домашних питомцев. То есть этот мод позволит нам покупать зверей в парке зверей. То есть вот этого Animal Ark Shelter. То есть в парке, где в зоопарке. Ну вот здесь сможем купить любого зверька, и он будет за нами бегать. Итак, чтобы установить данный мод, нам нужно скачать сам мод. Ссылку я оставлю в описании. Нажимаем «Загрузить». Далее нам нужно скачать 1.8 UI. Тоже скачиваем. Пошла загрузка, закрываем его. Скрипт Hook 5 загружаем. И скрипт Hook 5.net. Тоже загружаем. Ссылку я оставлю в описании под видео. И начинаем все по порядку распаковывать с помощью программы WinRAR. Итак, заходим в корневую папку с игрой, открываем нашу GTA 5 и копируем туда скрипт hook 5.net, три файла. Я заменяю, так как я ранее уже устанавливал моды. Потом копируем, так, где у нас скрипт hook 5 не скачался, значит я еще раз скачаю его. Так, я не... Скрипт Hook 5, вот ссылка есть, я его не скачал. Ссылка я оставлю вам уже готовый. Распаковываем скрипт Hook 5, тоже папку с GTA 5. Копируем с bin папки вот это вот два файлика. Копировать, заменяем, кого не есть уже. И копируем, создаем дальше папку скрипт, если у кого нету папки скрипт. Он должен создать папку скрипт. И нужно скопировать, создать папку саму скрипт, папку с игрой Games GTA 5. И создаем здесь папку скрипт, открываем и распаковываем туда Animal Ark Shelter, то есть мод на зверей. Распаковали туда. У нее уже есть там некоторые файлы. Дальше распаковываем туда Native UI, этот вот файл, тоже в папку скрипт. И дальше сейчас будем открывать нашу GTA 5, и я вам покажу, как наш мод работает. Открывается наша GTA 5. Напоминаю, те, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и ждем загрузки игры. Итак, загрузилась наша GTA 5, и сейчас будем проверять, как наш мод работает. И вот у нас есть на карте вот такой вот значок, где находится наш Animal Park. Такая косточка. Я туда перенесусь с помощью трейнера. И видим, вот наш мод работает. Вот он, наш мод. И давайте зайдем туда, что ли. И нажимаем. И давайте что-нибудь купим. Давайте купим вот эту курицу. Окей. Пусть за нами бегает. Вот мы купили курицу.
И она будет за нами бегать. На карте она обозначается синий, синий такой значок, видимо. Вот. Так, еще хотел купить, но нельзя зайти что-то в магазин. Наверное, я один только можно купить. Так, залез я в машину, но курица наша, она не хочет лезть в автомобиль. Я даже разбил окно, чтобы она как бы залетела в автомобиль, но она не хочет лететь. То есть безнадежный такой. Но и сделать с нее курицу нельзя. Ладно, давайте что-нибудь попробуем другое купить. Так, вернулся я на то самое место. Сейчас буду пробовать, покажу вам, что еще есть в магазине. Так, кот есть, курица, хаски, лабрадоры. Что это самое дорогое? О, тигр даже есть, вот, видим, 50 тысяч долларов. Вот эти вот зверьки, эти все-таки купим тигра. Видим, он сразу же начал нападать, как бы вот этот вот хотел его убить. Это мой тигр. Деревенщина. Так. И где наш тигр? Побежал на свободу. Видим, наш тигр убежал. Где-то туда побежал, короче. Ну ладно. Так, попробую его догнать. Так, и вот наш тигр, который я купил, пума. И бежит он, короче, куда-то. Но не, в машину он не садится. Ну ладно, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, устанавливайте данный мод. Спасибо за просмотр. До свидания, всего хорошего.